8 июля в зале районной администрации прошла очередная сессия Совета муниципального образования «Северский район». В ней приняли участие глава района Адам Джарим, заместители руководителей служб, депутаты и общественность. На встрече народные избранники рассмотрели ряд важных вопросов. С докладом о бюджетных трансфертах выступил заместитель начальника финансового управления Андрей Красиков. В краевой администрации проведен отбор местных инициатив муниципальных образований края. Его победителями в текущем году признаны на территории нашего района проекты местных инициатив, которые будут реализованы на территории Азовского, Львовского и Новодмитриевского сельских поселений по благоустройству территории на общую сумму 4 489 200 000 рублей. Также депутаты обсудили вопросы о списании основных средств в детском саду номер 31, внесении изменений в решение совета и отстранении от обязанностей депутата Эдуарда Давыдова за непредоставление отчетов о доходах. В конце встречи Адам Джарим обратился к коллегам с просьбой оказать посильную помощь людям, пострадавшим от недавнего паводка. Я просил, чтобы каждый из вас тоже не оставался в стороне. Любая помощь от физического труда до каких-то там материальных возможностей, никаких условий нет в этом. Просто чтобы горе это наше общее, и чтобы никто не остался в стороне. Я дал указание, чтобы сегодня максимально до вечера все полностью, всю эту грязь вывести. Вот, и потом приступаем мыть дома, вычищать колодцы, вывозить септики. Каждый день люди приходят в штабы, или мы к ним приезжаем, получаем от них заявки. Начиная от продуктов питания, питьевой воды, заканчивая там подушками, раскладушками, там матрасами, там детскими вещами. Абсолютно все мы привезем, сделаем.